Цветы в огонь. Специалисты Россельхознадзора отправили в топку 100 свежесрезанных голландских хризантем. Такие меры были приняты в связи с выявлением в растениях калифорнийского трипса, вредоносного для цветов паразита. Зараженная партия хризантем была обнаружена надзорными органами в одном из крупных магазинов Саратова. Розничная стоимость всех цветов составила порядка 10 тысяч рублей. Анализы делались органолептические, то есть осмотр, микроскопические, потому что это насекомые, двукрылые возбудитель. Для людей оно, естественно, опасность не представляет, но есть понятие карантинные объекты, которые не должны присутствовать на территориях тех или иных государств. Вот этот карантинный объект, он не должен быть в Российской Федерации. Если он обнаруживается, он причиняет, естественно, вред нашему цветоводству. По словам специалистов, согласно правилам, при обнаружении карантинных товаров всегда принимается решение об их уничтожении.